2019 году я играла на этом фестивале в Бреше, и это был мой первый сольный концерт в Италии вообще в моей жизни. Это было очень важное для меня событие. Это был мой первый сольный концерт в Италии в моей жизни, и первое выступление на этом фестивале. Мне сразу очень понравилась итальянская публика и этот зал, и я сразу с тобой приехала на этот фестиваль еще раз. Вообще, я бы сказала, что Шопен — это один из моих самых любимых композиторов. Я играла его произведения еще с самого раннего возраста и всегда мечтала сделать именно концерт, посвященный Шопену, то есть полностью концерт из произведений именно этого композитора. И, конечно, мне очень было сегодня приятно играть баллады, потому что это фестиваль, посвященный именно Шопену. Значит, да, конечно, для меня это было очень ответственно выступать перед ним. И мы общаемся как коллеги. Иногда, когда есть возможность, я прихожу на его концерты, он приходит на мои концерты, и он дает какие-то советы. Например, сегодня он подсказал мне, куда правильно поставить рояль, где он будет лучше звучать.